Урок 10. Сведение композиций. Часть 1. Сведением композиций называется смешивание конца одной композиции с началом другой, так, чтобы это было незаметно и не нарушало характеристики микса в целом. Для правильного сведения необходимо знать структуру композиции и желательно каждую композицию в отдельности. Можно выделить 4 основные части композиции: вход, основная тема, кульминация и выход. Все эти части могут быть соединены между собой так называемыми ямами, то есть участками, в которых ударные инструменты уступают место вокалу, мягкой мелодии, либо тишине. В большинстве случаев каждая часть состоит от 4 до 6 квадратов, в свою очередь состоящих из 32 ударов основного барабана. Существует масса различных способов сведения, но в нашем примере мы ограничимся одним классическим способом, весьма простым и вместе с тем эффективным. Данный способ состоит в следующем. На первый квадрат выхода композиции А накладывается первый квадрат входа композиции Б. При этом диджей работает эквалайзером, постепенно убирая частоты в одной композиции и поднимая их в другой.